На 95-м году ушел из жизни американский актер, первый в мире стендап-комик, пионер социальной и политической сатиры в США Мортсал. Он умер 26 октября в Калифорнии. Смерть комика подтвердил его представитель. Морт умер в силу естественных причин. Как пишет Нит, Сал произвел революцию в комедиях 1950-х годов, когда начал горько язвить по поводу политических и социальных проблем. Мортсал родился в Квебеке, в Канаде в мае 1927-го. Вскоре семья переехала в Калифорнию. Выступал в клубах Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско. В 1955-м записал пластинку «At Sunset», официально выпущена в 1958-м, ставшую первым примером современной стендап-комедии. На экранах дебютировал в 1958-м в драме «В любви и на войне». Также в его фильмографии триллер «Джонни Кул», «Железная сторона», «Любовь по-американски», «Критическое положение». «Ничто не вечно». С середины 1960-х, после шуточек на тему расследования убийства Кеннеди,